Мы установили котел компании Градиент, это крепыш 6. Вот. До него дотронуться на самом деле нереально. Это какие-то внекосмические технологии. Влезть бы, чтобы не шарахнуло. Оп. 9. Получается, если все это дело дружненько перевести, то где-то в районе 2,5 киловатт у нас получается отопление. Где можно еще найти такой же котел, который, как обыкновенная батарея, конвектор на 2 киловатта, чтобы он за 2,5 киловатта топил вообще весь дом? Действительно, ионный электродный котел меньше употребляет электричество, чем обычный электрический тановый котел. И разница между ними составила от 25 до 30%. Два котла по 3 киловатта за 7 месяцев и 5 дней израсходовали электроэнергии 6838 киловатта. По цене 3,26 за киловатт это на 22 268 рублей. В день получается 104 рубля. Ну, рублей 30 где-то так. В месяц. Но... А сейчас? А сейчас? Ну, вот последний месяц у меня в декабре 10 тысяч нагорело. 18 киловатт, 10 тысяч. Температура минус 30 у нас на улице. И самое главное, мне понравилось то, что этот, он неубиваемый. Это жить начали. Это электродный котел, мне вообще понравился. У меня теновый стоял, постоянно приходилось каждый год менять эти тены. Горят и горят. А тут электродный, я вот.